В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. У нас в гостях сегодня необычные гости. Художественный руководитель цирка «Максимус» Вадим Канбегов и его подчиненные «Тигр», «Клеопатра» и «Цезарь». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто сегодня у нас в гостях? В гостях у нас очаровательные наши малыши. Это юное поколение в нашем цирке. У нас очень много крупных хищных диких кошек вот таких. Вот эти, это самые малыши, им сколько, по 10 месяцев вот, недавно исполнилось совсем. Практически это еще детский возраст для тигренка. И вот так вот они приучаются к общению с людьми. Ну и, кстати, редко мы их выводим в люди, поэтому вот они такие активные, игривые, им все интересно. Не практикуем, потому что много. Сейчас весна, клещи, все вот это вот, чтобы избежать лишних заболеваний, кожных, укусов клещей, мы их стараемся поменьше вытаскивать. Мы гуляем в основном у себя в вольере, в цирке. Расскажите, пожалуйста, где рязанцы смогут увидеть такую прелесть? У нас шикарный аттракцион, самая большая группа белых тигров, самая большая. Мы находимся у ТРЦ «Премьер», у «Декатлона», громадный красивый шатер красный. И очень интересная дрессура, уникальная, европейская. У нас практически показ животных под музыку, без какого-либо насилия. Животные делают в программе, то есть в номере исполняют только то, что им свойственно по природе. Охотно, радостно, без всяких прижатых вот этих ушей, оскалов, недовольства. То есть это видно даже. Вот я вот вам рассказываю. На самом деле зритель неискушенный даже увидит и отношение к ним. И причем у нас самый уникальный номер – это когда хищники работают на свободе. Впервые с Юрием Владимировичем Никулиным в цирке мы впервые его показали в Москве. Такого номера до сих пор в мире не существует. Когда целая группа африканских львов на свободе гуляет и работает перед зрителями без ограждения, без поводков. Насколько это безопасно? У меня встречный вопрос. Насколько безопасно? Безопасно, учитывайте, что 20 лет мы уже так работаем. И сейчас уже просто есть страховку придумали, определили. Потому что, естественно, это от человека-то не знаешь, что ожидать. Но здесь максимально мы, в общем-то, обезопасили зрителя в первую очередь. Поэтому зритель может ни родителей, ни за деток своих не беспокоиться, прийти и получить большое удовольствие. Наш шикарный клоун, номера интересные, каскадеры. Нас даже ведут детей, а зрители, мы взрослые, уходят под большим впечатлением, нежели дети маленькие. Вот сегодня очень много людей, кто против передвижных цирков. Как вы ухаживаете за животными? Они у вас красивые, симпатичные, сытые, довольные. Вот расскажите, в чем принцип вашей работы? Во-первых, да, вот этот муссирует уже вот этот сюжет, где в питерском цирке один из дрессировщиков наших, неказистых, иди сюда ко мне, обезьянку там эту бедную лупит. Ну, я вам скажу, что в цирке есть люди, так же, как и везде, которые любят животных. Также много агрессивных, злых людей на улице, я вам скажу. Поэтому я считаю, что вот это вот все против животных в цирке, это, к сожалению, западная пропаганда, это она идет оттуда. Скоро следующий шаг, это будет за однополые браки, это все обрабатывают людей. Все вот эти люди, которые выходят с транспарантами, не все проплачены. Я сам видел, как по 100 рублей давали по часовую, но это все несерьезно, неадекватно. Если бы они любили животных, они подбирали бы дворняжек вот этих бедных с отсутствием там конечности, они на них не обращают внимания, потому что нет определенного социального резонанса. Поэтому я считаю, это искусственно созданная вот эта вот аура, непонятная, от кого она идет. А русский, советский цирк, российский цирк, он всегда славился номерами с животными. И всех под одну гребенку ни в коем случае нельзя определять. Я бы, допустим, сделал бы выборочно, если бы увидел такой сюжет, видео или этот, я бы просто запрещал конкретным лицам заниматься этим. Потому что, к сожалению, не все, кто берется за работу с животными, они добрые и профессиональные люди при этом. Как вы ухаживаете за животными? За животными ухаживаем. Также приходим в 8 утра, рабочий день, убираем в клеточках, чистим, сразу выпускаем в вольеры их на прогулку. Сейчас вот май будет, набираем в вольеры, купаются, плавают. Задача у нас основная, мы с них не добиваемся супертрюков. И это видно по работе с животными, как они это все делают, с охоткой, не прижимая уши, не огрызаясь, нет никакой озлобленности. Кушают хорошо, питаются, спариваются, о чем мечтает любой гражданин этой страны.
Кого еще смогут увидеть гости вашего цирка на представление? Ну, у нас очень много номеров, помимо животных, я говорю, у нас есть шикарная группа мотобайкеров, райдеров. Это мотофристайлеры, которые принимали участие во всех международных турнирах. Ныне это делают уникальные трюки на мотоциклах прямо под куполом цирка. Акробаты, гимнасты, лауреат у нас международных конкурсов, клоун Чарли Чаплин, шикарный. Ну вот сегодня с вами пришел тигр. Это малыши, это по 8 месяцев, брат и сестра. У меня вопрос, сколько уже лет вы занимаетесь с дикими животными? И в чем принцип вашей работы? Почему они вас слушаются? Ну, они как слушаются. Вот видите, раньше мы часто с ними гуляли на улице среди людей. Сейчас вот, я говорю, вот увидя, сразу начинают писать, жаловаться. Непонятно почему. Есть специальные вот эти вот, я не знаю, службы, телефоны анонимные, люди, где может сосед на соседа написать. Увидел что-то на животных. Не знаю, к чему это все ведет и чья это инициатива, но тем не менее... Чтобы, допустим, тигра того же привести в студию, снять видеоролик какой-то или принять участие в художественном фильме или сериале. Это надо постоянно, чтобы животное соприкасалось с внешней средой на улице, с людьми, с детьми, не реагировало, допустим, ни на что раздражение. То есть тигра можно пугать, если он, допустим, взять его из вольера на улице, рев проезжающей машины, экскаватор, трактор. То есть для него, для того, чтобы этого не было, надо постоянно, чтобы животное находилось на... Ну, постоянно вообще контакт был с внешней средой. Сколько в Рязани вы планируете пробыть с представлениями? Ну, мы уже почти заканчиваем, нам осталось 2 недели тут провести. То есть рязанцам нужно успеть, да? Да, я думаю, что, учитывая то, что 3 года вот цирк на ремонте, я считаю, что у нас довольно-таки профессиональная, полноценная программа. И не всегда у людей, не столько тут к животным, сколько отношение к самим циркам Шапито. К сожалению, хороший, качественный цирк привозят крайне-крайне редко. Их у нас в стране можно по пальцам сосчитать. Я думаю, в этом основная причина. А хорошему цирку, которому есть что показать, они не работают неделю-две, они стоят месяц, а то и два. И люди, которые приходят, они приводят своих близких, друзей. И переполненные залы, они говорят о том, что... Ну, то есть, никто еще не вышел и не сказал у нас, ни взрослый, ни ребенок, что нам жалко животных. Наоборот, как животные, они как люди, а что же они вообще на свободе? То есть, парадокс. В цирке животным плохо, когда начинаешь отпускать, иди гуляй, ой-ой-ой, что-то вы скорее. То есть люди сами не поймут, что они хотят. Все же, возвращаясь к цирку, вы каждый день выступаете? Нет, мы выступаем только по выходным. Суббота, воскресенье? Да, в основном, да. Когда людям удобно прийти в выходной день. Потому что в будние дни можно сделать концерт только вечером. Ну, это и транспортный, уже транспорт не так ходит, как хотелось бы. Ну, и вечером деткам отдыхать надо. Поэтому мы делаем дневные, в субботу вечерние, а в воскресенье в 1:30. Чтобы было бы удобно людям из районов приехать. Сколько лет вы уже занимаетесь? Ой, уже 23 года, наверное. 23 года занимаемся. И номера, я говорю, вот кто говорит, что там животных, это у нас, говорю, есть шикарный номер. У нас, кстати, можно есть сайт «Цирк Максимус» посмотреть. Цирк Никулина, громадные львы ходят на свободе. Без этих веревок, без клеток. Ну, вот куда еще? То есть, таких животных невозможно ущемлять как-то, физически наказывать, потому что они абсолютно без, ну, в контакте с человеком без какой-либо страховки. Ну, и любой умный человек это поймет. Поэтому есть положительные люди, персонажи, есть отрицательные. Как и у людей, есть злые, есть добрые, хорошие. Есть завистливые, черные, есть такие. Ну, к сожалению, у нас общество такое. Вот какими качествами должен обладать человек, который работает с дикими животными? Ну, в первую очередь, любить их надо, короче. Они, как дети, иногда ведут себя неадекватно. Вот, допустим, что нас раздражать может в ребенке, для них это просто игра. Это надо понимать и по возможности им объяснять, что это делать не надо. Потом терпение, ну, трудолюбие, и в первую очередь любить их надо, конечно. Бывает так, что просто в цирк приезжает в такой сезон, либо дожди идут, либо мороз, народ не идет. Уже смотришь, что продать. Вот я, допустим, когда начинал, мы продали, у нас 2 квартиры было, продали, чтобы этих животных нормально содержать и кормить, чтобы они не испытали никаких трудностей. При кризисе им же не объяснить, что в стране там какие-то проблемы финансовые. Поэтому мы всегда, у нас есть резерв, изыскиваем возможность, чтобы эти животные как бы там... В каком бы состоянии мы, скажем, не были сами, чтобы у них все было хорошо. Ну, они у вас веселые, бодро играются. Ну да, чтобы хвостики веселились, глазки веселые были. Это самое главное. А то скажите, пожалуйста, отдачу вы чувствуете? Отдачу? Они вас, ну, это любят, тигр. Они вас встречают, они вас узнают? Или они, конечно, у них память шикарная. Лев, особенно львы. Львы более привязчивые, чем тигры. То есть тигра... Льва можно, допустим, у нас было, мы сдавали львов в зоопарке, приезжали через 8-10 лет, они узнавали, бежали и обнимались. У них память феноменальная. Все они помнят, добрые львы помнят и тоже негатив какой-то, как и слоны, кстати. Обидеть слона, он тебе найдет возможность отомстить обязательно. Они слоны очень, очень злопамятные, обидчивые. Да. В каких городах России вы еще были? Да везде почти.
На Кавказе были, на севере были, в центральной полосе России, в подмосковной зоне вот этой вот. А расскажите с транспортировкой таких вот больших. У нас специально оборудованные машины, не проблема. С кондиционерами, с окнами цивильными, стеклопластиком. Постоянно останавливаемся, через каждый час-полтора проверяем, как они, что. У нас термодатчики стоят, камеры видео, которые пишут 24 часа. Вот в дрессировке и уходят тигр от льва. Сильно отличается? Нет, тигры, они поконтактнее маленько. Лев умнее, конечно. Лев умнее, он практически как служебная собака, овчарка немецкая. Но когда лев начинает вырастать, ему года 3-4 становится половозрелый, они, ввиду прайдовой своей образа жизни, они довольно-таки агрессивные животные, опасные. Поэтому их надо держать сразу вместе, всех в одном большом вольере, чтобы они выбрали себе главного вожака. Ну и щадящая дрессура. Сейчас никому не надо эти супертрюки, что-то выжимать. Мы от всего этого отказались, и у нас реально... Кто-то может подумать, что у нас там дрессура слабая. Она не слабая, нет. Она просто лояльная, мягкая, добрая и основана на трюках, которые животные свойственны по природе. Прыжки, бегают, они радуются, прямо обнимаются в манеже. То есть практически как в Европе. Показ животных под музыку, животных холеных, откормленных, которых видно, что они не страдают, они не убогие. Так, это у нас тигры молодые, вы сказали. Ну, это малыши вообще. А взрослым сколько лет? Ой, взрослых у нас начиная от 5 до 15. А вот сколько такие. У вас всего тигров? У нас львы и тигры все вместе 32. И у нас и львов много. У нас есть лигры, очень редкие животные. У нас один есть вообще белый альбинос. Белые тигры обычные такие. Там подвидов даже белых тигров их 14. То есть очень много. Вот таких рыжих бенгальских тигров где-то 5. Тигры-львы – очень интересные животные. Это гибрид африканского льва и тигрицы. Вот по опыту работы, кому интересно посмотреть на диких животных? Детям больше или взрослые дети одинаково заинтересованы? Да вы знаете, я считаю, цирк наш. Первый вопрос в любом городе, даже цирк Никулина, я работал там на Цветном бульваре 3 раза. Первый вопрос на кассе – какие у вас животные? Если скажешь собачки или кошечки, лошади, не пойдет никто. Как вы пришли к тому, что вы захотели работать с дикими животными? С детства, не поверите, 6 лет. У нас приехал передвижной зоопарк, там армянин хозяин был, как прицепился, вот хочу львенка купить, это так его обработало. Они раньше стоили 100 рублей, они, их просто топили. Держали месяц, львица кормила, чтобы мастита у львицы не было, а потом топили в тазу и все, они были не востребованы. И этот прям серьезно говорит, веди своих родителей, я вам продам. Я привел тогда бабушку с папой. Ну, то есть, серьезно, был такой момент, что я уговорил даже будучи ребенком человека, который директор зоопарка, чтобы льва продать, потому что иначе бы он просто утопил. Ну, те, естественно... Купили? Да не купили, конечно, куда? Они говорят, вы что? Вы-то, ладно, этот ребенок, вы-то, говорит, взрослый, вы что, говорит, несете? Так, это были первые звоночки. Первые шаги, да. А потом все-таки эта идея мне не пропала. Обычно в детстве хотят быть космонавтом, пожарником, депутатом Госдумы, президентом России. А я себе поставил цель быть вот животными работать. То есть, я их первые 8 лет вообще, то есть, я не знал, что такое цирк вообще. У меня жили львы дома. У нас частный дом был. Мы жили в частном доме. Видишь, балуются им. Дать тряпку. Вот они ошейники уже 5-е, меняем за месяц. Оставляем Валерию с ошейником, они друг другу разгрызают их, чуть-чуть на помойку. Ну, еще бы, конечно, им нужно играть. Ну, и поэтому 8 лет буквально, они жили у меня в вольере, мы общались вот так, как с собаками с ними, проводили много времени, на природу выезжали. Вообще не думал, что мы будем работать в цирке. И потом те, кто приводил детей, соседи, да, ну, что, с ума сошел, надо его в цирк или в зоопарк гнать куда, среди людей с такими, мол, махинами, дикими животными. Ну, и так волей-неволей в цирке очутились. А сейчас, вот вы представляете, вот даже, да, вот смотрите, у нас 32 хищника, из них 10-15 лет очень много пожилых животных. Мы пробуем даже ветеранов пристроить в зоопарке, они категорически против, не надо, нам кормить нечем, условий нет, клеток свободных, вольеров нет. То есть, у нас проблема даже с размещением ветеранов. Это очень сложно. Так, допустим, у нас людям-то условия создать для жизни сложно, хорошие, благоприятные, на уровне европейского, хотя бы среднего уровня. А представьте, хищникам. Это надо, то есть, если берешь ты это животное, ты за него в ответе, большая ответственность лежит на тебе и в содержании, и в кормлении, и у них страшное дорогое лечение, ветеринарное обслуживание. Вадим, давайте еще раз пригласим телезрителей, рязанцев на представление. Давайте, я с удовольствием приглашаю всех, это действительно солидный цирк, где не издеваются ни в коем случае над животными, где, ну, посмотрите, играются, балуются, но это, опять же, это вот за 4 месяца первый выход. А для того, чтобы сюда, в студию, вообще надо было 3-4 раза приехать, чтобы они все обнюхали, привыкли. Но мы зашли, и тут то веревку дергать, то за ноги, он за дорогие боты. Поэтому тут я считаю, что интересно. У нас мотобайк-шоу шикарное, акробаты, гимнасты. Чарли Чаплин великолепный. Хорошая программа, учитывая, что 3 года на ремонте стационарный цирк.
Я вот хочу просто всех пригласить, не пожалеете, время зря не потратите. Торговый центр «Премьер»? Да, торговый центр «Премьер», «Декатлон», а прямо увидите, громадный красивый шатер. Я надеюсь, что многих мнение о цирках изменится в лучшую сторону. Потому что, ну, нельзя. Наше поколение, мы выросли все на цирке. На Юрия Никулина, на Карандаше, на Запашном нельзя. Это убить искусство можно в момент. Оно создавалось веками. Наш советский цирк самый лучший в мире. Спасибо вам большое за беседу, за гостей. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был художественный руководитель цирка «Максимус» Вадим Камбегов. Очень приятно. Спасибо вам за внимание. Да, приходите в цирк «Максимус». Вам спасибо.